Сегодня мы открываем для себя мир путешествий, танцуем на грандиозном концерте «Прослушай» и запасаемся билетами в театры и кино. После пятимесячной разлуки со слушателями Омская филармония 19 сентября открывает 81-й музыкальный сезон. С 1 сентября заработали кассы и стартовала онлайн-продажа билетов. У филармонии, конечно, планы поменялись. Все заграничные и зарубежные исполнители, они не могут сегодня попасть к нам в страну, и нам пришлось отменить эти концерты. Зато Омск посетит Денис Мацуев, порадует меломанов и фестиваль «Белая симфония». А откроет сезон Омский симфонический оркестр. Музыканты исполнят карантинную симфонию, написанную столичным композитором Александром Чайковским во время самоизоляции. Мы решили все-таки соблюсти в сентябре на наших концертах шахматную рассадку и заполнить зал на 50%. Чтобы вот все желающие могли попасть, мы решили делать концерты дублем. То есть концерты будут в 17 часов и в 20 часов. А он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Представьте, что вы своих родственников или своих родителей, там, детей, не знаю, не видели 5 месяцев, да? Каждый день ты выходишь на сцену, каждый день ты выходишь к зрителю, и вдруг тебе говорят, что нельзя, и 5 месяцев ты этого не делаешь. Ну, это ужасно на самом деле. После полугодовой паузы театральный сезон в Омске стартует 18 сентября. Спектакли, которые должны были состояться в апреле, а мечи увидят только сейчас. Так «Галерка» ждет на премьерный спектакль «В день свадьбы» Виктора Розова. ЦСД впервые покажет «Человеческий голос» по пьесе Жана Кокто, а омская драма начнет сезон с «Визита дамы» Дюренмата. Если приходит зритель, и у него температура выше там чуть-чуть или там 37, мы будем рекомендовать не присутствовать на спектакле. Мы сохраним возможность для этого человека посетить любой спектакль, значит, в любое время, либо человек может сдать билеты. А вот омские кинотеатры впервые за долгое время подсчитывают кассовые сборы. За первую неделю их работы в кино сходили около 3000 мечей. Онлайн-сервисам не удалось заменить магию большого экрана. Как доказательство, полностью раскупленные билеты на вечерние сеансы. Самым востребованным оказался триллер «Довод» Кристофера Нолана. В сентябре выходит много хороших лент. Начинаем мы с «Довода», начинаем мы с «Новых мутантов». Дальше у нас идет восточное повествование Диснея «Мулан». С 15 сентября возобновляется наш известный проект «Театр HD». Трансляции с мировых театральных площадок. Правда, теперь сходить на первое свидание в кино будет не так-то просто. Рядом разрешено сидеть только супругам и родителям с детьми. А вот молодым парам придется доказать свои отношения. Как вариант, показать на кассе совместные фотографии в телефоне. Сначала вроде не особо ощущаешь, кино все-таки не какой-то товар первой необходимости. Ну, а потом все-таки стало не хватать, хочется куда-то сходить, развеяться. Владельцы кинотеатров призывают омичей пойти им навстречу и не приходить в кино больными. Ведь только при обоюдной ответственности в залах будут снова возможны аншлаги, которых так долго ждут и омский бизнес, и заскучавшие горожане. Это не ограбление и не закрытие всеми любимого арт-пространства. Это творческая командировка. Левая нога шагнула в сторону Москвы, чтобы оставить на столичной земле свой неповторимый отпечаток. Выставка называется «Морква». Это ироническая аллюзия на столицу нашей родины, город Москва. Вот. И почему «Морква»? Потому что в чужом огороде морковка всегда слаще, и в сознании провинциалов, и большинства из них, Москва выглядит таким привлекательным, фантастическим городом, в котором сбываются все мечты. В частной галерее Центра современного искусства «Винзавод» представили более 100 работ сибиряков, а сами омичи, те, кто привез выставку, стали частью этой экспозиции. Это из Китая приехал
мешок азиатский, есть такое направление, которое тиммейт в искусстве. Можно использовать вещи старые и давать им новую жизнь. Вот. Вот так вот я придала новую жизнь этому мешку. Теперь и москвичи смогут примерить оковы Достоевского или поразмышлять, почему у великого писателя от мороза стынет кровь. Сибиряки всегда стараются, они в ногу попадают всегда. Не зная омских подтекстов, посетители выставки ищут в каждой работе новые смыслы, доказывая тем самым, что у современного искусства нет границ, ни творческих, ни территориальных. Надеюсь, что получилось передать вот этот дух, заинтересовать москвича тем, чтобы он все-таки залез в соцсети, нашел левую ногу, почитал о левой ноге, посмотрел какие-то фильмы, что-то еще. То есть нащупать вот этот контакт, пытаться разобраться, а что же вкладывали ребята там на местах, то, что мы видим здесь. Вот этот очень важный момент. Такое ощущение, что это где-то видел уже. Может быть, потому что я... знаком с Дамиром Муратовым, и его работы отражают, наверное, жизнь Омска и художников, которые живут в этом городе, поэтому знакомо. Работу омского художника Дмитрия Верже увидят на Триеннале современного искусства в музее «Гараж». В столичных стенах экспонаты начинают новую жизнь, преображаются и становятся независимыми произведениями искусства вне сибирского контекста. Но до тех пор, пока не освободят улицы из котлована, я на работу не выйду. Я примерно то же самое хотела передать, то, что вот происходит у меня внутри. То есть это тяжело через пот, кровь и слезы. Сумка проходит 58 этапов производства. Не просто аксессуар, а арт-объект. Их компания уже 5 лет производит эксклюзивные деревянные сумки. Супруги Мария и Николай Андриановы начали бизнес производства мебели. Форма одной из заказанных шкатулок оказалась настолько удобной, что дизайнеры доработали проект и превратили ее в сумку. Элегантные клатчи, боксы и саквояжи. В первых коллекциях использовали объемный декор. Затем изделия стали расписывать вручную. Это не просто сумочка из дерева. Мы работаем с натуральным деревом, это бук, и прежде чем попасть к клиенту, сумка проходит 58 этапов производства. Если кратко, это выпиливается определенная форма, потом сумка попадает к художникам, естественно, предварительно создается эскиз нашим дизайнером, точнее командой дизайнеров, и уже после сумка расписывается, абсолютно каждая сумочка расписывается вручную. Кисти, краска, а вместо холста деревянная полотно. На готовых коллекциях оживают репродукции Ван Гога, Мане, Густава Климта. На изготовление одной сумки уходит до 2 недель. Особенностью осенней коллекции станут принты, разработанные омскими дизайнерами. Действительно хочется рассказать о том, что Омск – это не только город про интересные новости, но это еще и город действительно талантливых людей, которых очень много. Мы взяли общую тему «Осень», так как мы понимали, что по срокам она выйдет именно к осени. В творческое комьюнити вошли 6 художников. Среди которых молодые представители Омской школы дизайна. Изначально вообще я хотела быть учителем рисования. Я поэтому и пошла на худграф. Мне хотелось быть таким классическим художником. А потом, наверное, что-то пошло не так. Как раз когда я работала с какими-то сторонними дизайнерами, у меня был какой-то такой детский восторг. Типа, блин, я по сути это тоже могу, у меня тоже есть знания. Я подумала, что почему бы, собственно, не сделать портрет. Хотелось передать именно в лице девушки вот это вот осеннее настроение, какую-то такую уже готовность к холодам, контраст, переход из осени вот в эту вот долгую продолжительную зиму. Дизайнер Даша Осипова еще не готова отпустить лето. Создала принт, похожий на летнюю скатерть для пикника. Первые эскизы одежды девушка начала создавать 14 лет, а после окончания института основала свой бренд. Каждый принт, он дается тяжело, то есть нет такого, чтобы я вот сегодня нарисовала и все, завтра я это печатаю. То есть я стараюсь добиться максимальной идеальности, чтобы принт нес себе именно эту тему. Дается это трудно. Вроде бы кажется он такой простой, там фломастерами нарисован, но чтобы добиться этой идеи, формы, то есть мне уходит много времени. В принципе, мне это у каждого, дизайнера, то есть по 2 месяца. То есть это тяжело через пот, кровь и слезы, я сказала.
сказать свое слово и на нем заработать. В этом проекте раздолье для дизайнерской мысли. Каждый принт выражает их отношение к городу, искусству и творчеству. Омск ассоциируется с закатами, с какими-то природными явлениями, которыми мы любуемся и с которыми у нас он ассоциируется. И хотелось бы именно отразить природу как неотъемлемую часть города. Разработать принт для Майбачи я не помогли коллажи. После долгих экспериментов с цветом и композицией дизайнер пришла к образу Венеры с полотна Боттичелли. Образ Венеры как идеала красоты в соединении с природной красотой дает нечто большее в совокупе идеала красоты человеческого и природного. В лимитированной осенней коллекции выйдет лишь по одной сумке с авторским принтом, поэтому обладательницам новинки можно не переживать за эксклюзивность. Фу, очередной затяжной подъем. Чё там говорят, земля круглая? Она кривая, капец. Как преодолеть языковой барьер и не бояться открывать для себя новый мир, нам рассказал путешественник Сергей Лебединский. Сергей, расскажите о своем путешествии в Исландию. Мысль пришла, как это ни странно, во время другого велопутешествия. То есть мы с товарищами ехали из Омска на Алтай, тоже на велосипедах, и уже подъезжая к Горно-Алтайску, то есть к конечной точке, вдруг возникла мысль, ну такая просто спонтанная, что если можно доехать до Алтая, почему нельзя доехать, допустим, до Скандинавии? И такая самая отдаленная от нас – это Исландия. Ну, есть еще Гренландия, но вбив в поисковике Гренландию, посмотрев картинки, понял, что, ну, огромный ледник, и что там мне делать на велосипеде? Вот, а когда вбиваешь Исландию, открываешь картинки, то у тебя такой шок, и ты не понимаешь, реально это место существует или нет. У вас сейчас идет, грубо говоря, кругосветное путешествие с вашим участием, но вы здесь. Да. Как так получилось? Мы стартовали кругосветная парусная экспедиция, посвященная открытию Антарктиды. И яхта «Сибирь» должна была из Омска выйти, дойти до Антарктиды и вернуться обратно в Омск своим ходом. Я был заявлен на все это путешествие, которое должно было длиться 15 месяцев, но списался на берег именно вот на севере нашей страны, на самом краю, по причине того, что у меня оказалась непереносимость морской болезни полная вообще. То есть, ну, я лежал и ничего не мог сделать. Ни встать, ни сесть, ни принимать пищу. И как бы вот это все закончилось для меня, а яхта дошла до Антарктиды. И на данный момент они с Салехарда вышли, идут в Ханты-Мансийск, и вскоре я к ним присоединюсь в Тобольске и уже до Омска дойду, самый крайний этап. Ну, потому что по реке морской болезни нету, так не качает. А удалось ли вам в процессе путешествия обрасти какими-то знакомствами, которые в будущей поездке, может быть, могут вас там приютить немножечко так? Знакомств было очень много, причем как у нас в России, так и в скандинавских странах. Что очень, как бы, я был этому удивлен, потому что думал, ну как-то не будут идти на контакт люди, когда увидят человека, который едет на велосипеде, и когда спрашивают, куда, им отвечаешь, они, ну я думал, они будут у виска крутить пальцем и типа, ну ладно, езжай. Все люди прям максимально с пониманием, какая-то поддержка, то есть всегда пригласить, там отдохнуть, переночевать. Многие имеют желание путешествовать, но немногие знают даже английский язык на разговорном уровне. Как преодолеть языковой барьер? Вот я как раз из этих людей, которые даже английский не знают. Оказалось, все очень просто. Наблюдаешь за людьми, и когда он что-то делает, повторяешь за ним, ну, грубо говоря. А так люди понимают, то есть, ну, также помощь, конечно же, это в телефоне переводчик. То есть вбиваешь что-то прям, ну, чтобы конкретное узнать, и показываешь человеку. Он читает, отвечает тебе со своего телефона, либо как-то так. В Исландии встретил мужчину, что было шоком вообще. Он со мной на русском заговорил, исландец. Он оказалось, что он работал на Камчатке когда-то, добывал рыбу и немножечко русский язык подучил. Вот. И мы так тоже поговорили с ним на горной речке. Он мне дал удочку порыбачить немножко. Ну, просто так. Я там позакидывал пару раз, и все, разъехались. Как вообще образ жизни путешественника сказывается на человеке? Поменялось вот именно отношение к самому пути, что все очень просто. Если хочешь куда-то отправиться,
садишься на велосипед или пешком и отправляешься, все. Ну и в принципе, что человек свободен в своем передвижении, никто тебе не запрещает куда-то идти, ехать. Пожалуйста, копи деньги, уходи куда хочешь, путешествуй, возвращайся или не возвращайся. То есть, ну, человек не привязан ни к чему. А привозите ли вы что-то из этих стран, какие-то, может быть, для себя, может быть, магнитики собираете? Лично мне нравится собирать какие-то вот природные штуки. Допустим, был на Диксоне, это самое северное поселение в России, на Северно-Ледовитом океане, и сорвал там ромашку, она прям вот на берегу росла. И ты понимаешь, что вот она на крови земли растет. Ну, в прямом смысле. И ты ее срываешь, все, в блокнотик, и она дома сейчас засушенная лежит. Ну, такие какие-то вещи, которые копеечные или бесплатные, но дороги все-таки как-то. Здравствуйте, меня зовут Андрей Крюков, я художник и хочу сегодня показать вам свою мастерскую. В первую очередь хотел показать свой мольберт. На нем я делаю большую часть своей работы, начиная от обычных живописных этюдов, заканчивая инсталляцией. Сейчас у меня период творчества такой, скажем, экспериментальный, меньше классических каких-то приемов, больше новых для себя, взятых из разных областей творчества, разных художников. Скажем, работа это вообще, которая стоит на мольберте, сделана вообще не мной, хотя это моя работа. Такой был подход, что сделал я здесь только раму, вот это все вот массивное оформление, а заполнение было разными людьми, прохожими, гостями студии, приходили и оставляли след, как на заборе оставляет школьник там или в туалете, или на последней парте, где он расслабляется и не чувствует никакого давления, никаких стереотипов. Он остается сам с собой, глядя в зеркало, рисует все, что ему в голову взбредет. Во время нашей изоляции, мы остались с котами на изоляции в этой мастерской. У меня есть два кота, я решил их написать. Ну и также включил какие-то элементы граффити в работы классические, смешные. Идея в том, что это, опять же, легкая работа, ни к чему не привязывающая, вроде как классический вид, изображающий кошку с включением каких-то современных стритовых артов, заключенных в классическую раму. На втором этаже вот у меня как раз-таки зона для татуирования людей. Кое-какие эскизы есть, свободные, не свободные. Я уж давно их не разбирал. Сейчас работаю чисто по фрихендовым работам. И последняя зона у меня есть еще зона отдыха, которую я могу вам показать. Но это надо спуститься вниз. Вот зона отдыха, скажем, зона чаепития у меня. Я здесь отдыхаю, пью чай. Вот что представляет из себя моя мастерская. Ждите выставок. Удачи вам. Коты-вандалы устраивают переворот в сердцах. Так открываются новые имена в музыке Омска. Коллектив Vandal Cats образовался только в прошлом году. А уже в этом музыканты стали любимцами публики и участниками онлайн-проекта «Прослушай». Автор текстов, она же вокалистка Элизабет Кроу, рассказывает. Сейчас группа записывает свой первый студийный альбом. И выступление в таком формате – хороший шанс заявить о своем дебюте.
Есть песни, которые действительно о наболевшем уже. Есть просто песни для души. То есть очень многожанровая, многотематичная, я бы сказала, музыка. Онлайн-проект – это своеобразная, конечно, атмосфера, но благодаря ведущей, благодаря профессиональной команде ты чувствуешь поддержку, в принципе, уникальную возможность услышать нашу трешатинку. Прослушай – это совместный музыкальный проект телеканала «Продвижение», «Радио Сибирь» и информационного агентства «Омск здесь». Прямые трансляции концертов омских музыкантов запустили в апреле. В период самоизоляции, когда возможности выступать на привычных площадках не было, самые разные исполнители собирали свою аудиторию у экранов и презентовали новые треки, каверы и даже альбомы. Серых дней, барахтаться так сложно, но утону страшней. Проект «Прослушай» продлился 5 месяцев. За это время были организованы больше 70 камерных выступлений омских музыкантов. Здесь было все – рок, джаз, классика, народные песни. А завершился сезон проекта 3-часовым масштабным онлайн-концертом на 2 площадках, в котором приняли участие 12 исполнителей. Этот проект очень классный для нашего города, потому что, ну, я такого, по крайней мере, не встречала. Так, чтобы такое большое количество музыкантов смогли записаться и выступить на классных сценах и получить классный звук. Достаточно необычно, потому что мы привыкли все-таки работать с публикой, когда есть отдача, а здесь, когда нацелено так много камер, было какое-то такой трепет, волнение, что вдруг что-то не так. Безусловно, была крутая поддержка, когда зрители говорили, что вы крутые, вы классные, ой, здорово, мы так рады вас слышать, вас видеть. Это невероятно так подбадривало и поднимало настроение. Вообще было супер. Проект создавали несколько десятков человек – организаторы, операторы, продюсеры, специалисты по звуку и свету. Музыканты-участники отмечают, что этот формат дал возможность не потерять связь со своими слушателями и получить аплодисменты, пусть и виртуальные. Концерты набрали более 370 тысяч просмотров на YouTube «Омск здесь». Зрителями стали не только жители России, но и других стран. Так, к примеру, выступления фолк-группы «Нитленд» смотрели в Дании и Бразилии. Цели было две – дать возможность высказаться музыкантам, и вторая – показать нашему городу, что у нас очень много талантливых людей. Было принято решение, что мы не будем никаких рамок и ограничений ставить нашим музыкантам. И мы дали возможность высказаться всем, кто хотел и успел. А те, кто не успел, мы ждем встречи с ними еще впереди. Онлайн-концерты по-прежнему можно посмотреть на YouTube-канале «Омск здесь». Организаторы поделились секретом. Сезон проекта «Прослушай» завершился, однако в будущем, возможно, стартует новый. И если в этот раз из-за ограничений и карантинных мер выступали только омичи, то в дальнейшем география проекта может расшириться. Запросы от музыкантов из других регионов и стран уже есть. Как приготовить правильные сырники, из-за чего они могут потерять форму во время обжарки, и сколько сахара требует это творожное лакомство. Секреты советской кухни вечером в пятницу откроет Юлия Боброва, ведущая телепроекта «Вкусно по ГОСТу». Голливудские звезды Кэмерон Диас и Колин Фёрт разыграют гамбит в эфире телеканала «Продвижение». Героям криминальной комедии предстоит обмануть богатого коллекционера и продать ему фальшивую картину Клода Моне. Вскроется ли афера, узнаем в субботу. Как создавался нашумевший проект «Симфооборона», посвященный Егору Летову? Что общего у омских улиц и музыки Антонио Вивальди? И можно ли заставить баян летать? В воскресенье расскажет герой программы «Наши люди» дирижер Омского камерного оркестра Григорий Вевер. «Иногда умереть не значит уйти», заявляет слоган триллера «Экстрасенс». Любители мистики и ужасов он перенесет в начало 20 века, где в английском пансионе для мальчиков расследуется загадочное убийство одного из учеников. Портал «Сверхъестественное» откроется в понедельник. Какие тайны хранят засекреченные военные архивы? И есть ли мирный выход из политических конфликтов, революций и переворотов? Во вторник обсудят гости проекта «Встречи с издателем». Выпуск посвящен книге доктора исторических наук Аполлона Давидсона «Миролюбие и миротворчество в Африке». Как научить детей не повторять ошибки родителей? Можно ли обойтись без ссор в семейной жизни? И что делать с накопленными обидами и злостью? Эксперты-психологи дадут свои рекомендации зрителям в среду в телепроекте «Дневники матери».